Столкнулся с такой проблемой, что смарт-часы перестали заряжаться и, соответственно, включаться. Здесь есть два контакта, что можно сделать. В общем, сейчас проверим, покажу. Вот. Не заряжается. Я взял нож и вот эти два контакта я просто зачищаю до блеска. Прям хорошо, хорошо до блеска надо. Со временем закисляется и получается, что зарядка не идет. Вот, а теперь мы попробуем. Все, часы отремонтированы. Пользуйтесь лайфхаком.